огромные-огромные креветики. Смотрите сегодня, какая я яркая. Они у меня целое лето пролежали. Я как-то одевала в первых видео их, показывала. Но тогда у меня было совсем мало подписчиков. На любителя девушка я. Так, сейчас я еду... Короче, сейчас я покажу нашу Айле Клиник. Айле Клиник – это бесплатные клиники в Турции. Еду я туда для чего? Во-первых, отдать вещи. Там работают классные девчонки, которые, у которых есть свой сайт и которые помогают малоимущим. У них есть свой сайт на Facebook. Ставлю его. Вдруг кому-то тоже что-то нужно случайно, или кто-то знает какую-то малоимущую семью. Вот, вещи я отвожу все туда. И еще я еду, я с ними дружу, и еще я еду туда делать переливание крови. Так, девочки, вот я привезла вот эти пакеты. Я еще чуть-чуть оставила, но оставила я то, в чем сомневаюсь. То есть в чем я не сомневаюсь, я все привезла. Здесь еще очень красивые вещи есть детские. Смотрите, какие красивые платьица. Здесь есть чисто шерстяная верхняя одежда. Где она? Здесь есть кожаное, вот оно, пальто. Смотрите, какое. Чисто шерсть. Здесь есть верхняя, это куртка, вон кожаная. Еще мы будем перебирать детские вещи. А, детскую обувь мы еще не перебрали с вами. А, ну и не допримерились до конца. Сейчас мы... Мирамба! Мирамба, не гузя, здесь вам есть? Короче, мы сейчас пойдем в аптеку. И купим там, во-первых, это переливание. То есть я ни в коем случае его не рекомендую, не говорю, что смотрите, это берется кровь из вены, то есть, извиняюсь, и делается уколом в мышцу. Я покупаю витамин С, я покупаю витамин Е. Витамин С я колю вену, так как в попу он очень болючий. Витамин Е я колю в попу, он, кстати, тоже очень болючий, но его можно смешивать с кровью. Делаю я по системе. Она на 5 миллилитрах уже, такое ощущение, что попу разорвет. Так, что я? Короче, сейчас все купим и будем делать. Я клиник. Я с этими девочками дружу, они мне делают это все бесплатно, вернее, я им за это пеку тортик. Или пеку, или покупаю, смотря какое по настроению. Но чаще стараюсь печь сама, так как они тоже... Я их мотивирую на похудение. И я им пеку такие тортики. Ну, тортик нельзя сказать. Нет такого тортика, да, который вот идеально, там, например, оградит тебя от всех от калорийности. Просто мы его делаем мини-калорийный. Например, корж я делаю из ржаных печенек, да, этот... Из ржаных печенек с... Блин, как он называется? Кипрекли. И стараюсь делать больше на сливках, да, чтобы это... Ну, то есть, так скажем, уменьшаем немножко калорийность торта. Ну, девочки, мы собрались со семьей. Я, Мелисса... Вот надо же сделать такие когти, да, беспонтовые. Смотрите, это моя средняя дочь. У тебя тоже? И у Талашки ногти. А это мои ногти. Мои красивые. Мои. Мои самые красивые. Мои. У нас было семейное, у нас было собрание в школе, короче, было собрание, поэтому я такая разряженная. Ну и заодно на укол еще сходила. Короче, сегодня погода пасмурная, вчера была пасмурная, и все, я не живу, меня нет, мне ничего не охота. Короче, я человек, зависящий от погоды. Смотрите, девчонки, как травку разукрасили. Ну, это поле, футбольное поле. Классно, правда? У меня просто ребенок, у меня Таиланд футбол очень сильно любит. Но его пока не берут, мы его скоро отдадим. На плавание отдадим после Нового года, договорились мы уже. А на баскетбол, потому что после футбола на баскетбол не берут. А после баскетбола ты можешь
также бы стать футболистом беспроблемно. Это был первый день, сегодня второй. Мы зашли в большой карф. Я вам сейчас покажу, какие арки. Вот эти синие. Очень красиво, да? Вот этот цвет мне очень понравился. И вот эти фиолетовые. Он все-таки розовый есть, с прожилками. Классный, правда? И лимоны есть. Все-таки тихий. Мне очень такого вида пальмы нравятся. Они такие потом, когда вырастают, такие прям пушистые-пушистые. Они 89 лир. Почему-то я когда покупаю цветы, потом приношу их домой, и буквально через какое-то время они у меня пропадают быстро. А вот смотрите, тоже лимончики маленькие. И вот те красивые, с большими листьями. Открой. Она здесь, кстати, одна. Здесь можно разукрашивать. И сразу... То есть сколько это? И учить цифры. Великий топовый мышь. Ну, сладкий рекорд. Моя... Опиненький топовый, баба. Синенький топовый. Давай, Брасина, вечером он. Опиненький топовый. Короче, даже купить разукрашку, у нас тут скандал вышел. Давай, что мы берем? Вот это берем. И вот это посмотри еще. Ну, машину открой. Вот. Видишь, дорисовывать надо еще. А ну, потом. Начинать два. Ух ты, Таиланд, молодец. Это не надо, ладно. Сейчас у Магнум появилось новое мороженое. Вот это розовое. Оно такое вкусное. Якут называется. Красный шоколад. Розовый шоколад. Очень вкусное. Вообще я люблю Магнум. Ой, вот это вот динер тоже очень вкусное. Но это я могу пачку съесть сразу. Как развлечение. Это вот такие вот маленькие-маленькие такие мороженые, на похожие на конфетки. Вот. Смотрите, вот это вот крутое. Мовенпик. А вот эти сити издалека, вот, где продается 12 этаж. Ну вот то, конечно, получше. Это лидерки, они такие, как раз вот этот вот дом первый. Он на море полностью смотрит. Но мой муж понаслушался, что там шатает сильно. И теперь что-то он не хочет особо. Даже смотреть не хочет. Но я ему сказала, идем хотя бы посмотрим. Смотрите, у них какие большие здесь бассейны. И большие эти участки земли у них. Да, Тайлаш? Девочки, вот еще один из вариантов, короче, быстрого ужина. Ну, прибежала вечером. Это значит куры без косточек. Это бедра. Все в сливках. Идеальный обед, только к этому нужно добавить очень-очень много зелени. Это идеальный обед или ужин, белковый, там, соответственно, белки, жиры, углеводы. Только самое главное, чтобы не было ни капли углеводов. И если вы съедите это на обед или на ужин с большим количеством зелени, то есть никаких проблем у вас не будет. Посыпано просто приправами, перец, соль. Я люблю красную, паприка. Паприка и любую приправу, которую вы любите. Я, конечно, люблю орегано. Больше здесь ничего нету.